Сегодня, 23 августа, из Петропавловска прилетела последняя группа стройотрядовцев из Якутии. Более 200 студентов в течение месяца работали на заводе предприятия Lloyd Fish. Отметим, что за все время работы студенты получают зарплату от 30 до 50 тысяч рублей. В этот сезон особо отличившихся наградили премии и отдельными призами. Например, студентку с ВФУ Амбросеву Сахаяну и студента Алданского политехнического техникума Полякова Александра наградили смартфонами iPhone 6S. Отметим, что сегодня более 300 тысяч студентов высших и средних учебных заведений Якутии вступают в ряды студенческих отрядов и проводят свое лето с пользой.